Всем доброго здравия, я участник шоу «Адовый мужик», и я хочу сделать обращение в связи с тем, что недавно случилось с Евгением Баженовым. Ну, многие знают, многие еще нет, многие не точно, но там еще пока точно непонятно, но суть одна ясна, что Женя получил серьезные увечья, травмы тяжелой степени из-за скотского, халатного и просто пофигистического отношения нашей доблестной полиции. Добрый день, друзья, господа и дамы. Меня зовут Андрей. Я являюсь стримозапускателем стримов от Адового мужика. И хочу передать слова поддержки Евгению Баженову. Женя попал в очень тяжелую жизненную ситуацию. К сожалению, наша жизнь, она вот такая, она непредсказуемая, к сожалению. Всем привет, друзья! Меня зовут Александр. Я музыкант и участник таких коллективов, как «Адовый мужик» и «Ночная трость». Хочу сказать слова поддержки нашему общему другу и соратнику по сцене Баженову Евгению, который сейчас проходит сложнейший путь после операционной реабилитации. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав. Меня зовут Макс, он же Лысый. Мы бывшие участники группы «Адовый мужик», я играл на гитаре. Барабанный техник. Мы хотим поддержать нашего друга Евгения. Выразить ему уважение и сказать: Женек, мы всегда будем с тобой, держись, брат. Выздоравливай побыстрее, ждем тебя. Что бы с тобой ни случилось, мы всегда будем тебя поддерживать. Мужик, мы с тобой. Друзья, всем привет. Меня зовут Леха Ляпик, я вокалист группы «Монолит», город Железногорск. В данном видеоролике я хотел бы выразить слова поддержки для своего друга Евгения Баженова, который в данный момент находится на реабилитации. У него случилась трагедия, для тех, кто не знает, есть описание ниже этого ролика. Здравствуйте, дамы и господа. Я бас-гитарист группы «Адовый мужик» Денис Мартыненко, а также известный в узких музыкальных кругах как Денекин. В данном видео я хочу выразить поддержку и пожелать скорейшего выздоровления моему другу, фронтмену группы «Адовый мужик» Евгению Баженову. Друзья, дело в том, что с Евгением случилась беда. В результате сложившихся обстоятельств он не может самостоятельно передвигаться. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Воров. Ну или как называют соратники, Кеша. Я фронтмен группы «Шляпа Бенд Интернешнл», ну а также эпизодический участник шоу «Адовый мужик». Сегодня, здесь и сейчас, посредством данного видео, я хочу выразить слова поддержки и пожелать скорейшего выздоровления моему хорошему другу, товарищу, лидеру-основателю группы «Адовый мужик» Евгению Анатольевичу Баженову. Многие уже слышали о том, что с Евгением случилась беда. Кто не в курсе, можете посмотреть информацию в описании под данным видео. Я просто сейчас не буду уже вдаваться в подробности. Просто случай совершенно вопиющий. Я призываю вас поддержать Евгения в столь трудный час для него, как морально, так и материально. Друзья, искренне прошу вас не оставаться в стороне и оказать поддержку нашему общему другу. Потому что кто, если не мы, сможем вернуть его снова на сцену. Друзья, давайте не останемся неравнодушными к этой ситуации. Ниже ролика есть различные номера сберкарт, на которые можно перевести кое-какие деньги. Евгений сейчас нуждается в нашей поддержке и в нашей помощи. Давайте не будем для него безразличными, поможем брату нашему. Когда я узнал о случившемся, честно говоря, был не просто шокирован. Я, конечно, понимал, что на улицах города произойти может что угодно, где угодно, с кем угодно, но что может произойти такое, я никак не мог предположить. Также в данном видео хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным. Поскольку Евгению нужна дорогостоящая длительная реабилитация, которая сложно осуществима в условиях пандемии, я предлагаю всем отправить кто сколько может средств на реквизиты под этим видео. Евгений как никогда сейчас нуждается в нашей и вашей материальной поддержке. У него налицо сложный перелом голеностопа, сопряженный с длительной утратой трудоспособности, требующий длительной реабилитации. И, естественно, все это требует затрат. Мы надеемся, я надеюсь, на вашу человечность и отзывчивость. Не пройдите мимо. Киньте кто сколько сможет. И потихоньку мы поможем нашей рок-силе. Евгений, выздоравливай, друган, мы ждем тебя на сцене. В общем, Жень, поправляйся, выздоравливай. Мы с тобой. Мы про тебя не забудем, тебя не оставим. Завтра к тебе приеду обязательно. Ну, если ты не против, конечно. В общем, кто сможет, ребят, друзья, кто знает, кто слушает рок-музыку, знает группу «Адовый мужик», поддержите как и морально, так и финансово. Потому что Женя сейчас в ближайший год не сможет работать, не сможет участвовать в творческих мероприятиях. Поэтому очень серьезный промежуток времени, то есть год хоть и немного, но все же за год тоже можно очень много сделать. Я хочу пожелать всему скорейшего выздоровления. Друзья, искренне прошу вас не оставаться в стороне и оказать поддержку нашему общему другу. Короче, я надеюсь, что справедливость восторжествует, виновные будут наказаны, Жека поправится, выздоровеет, ну и также будет веселиться, все будет хорошо. Выздоравливай, Жень, давай. Мы ждем тебя. Будут концерты, будет угар. Адовый мужик forever. Восстановление после подобных травм, оно очень долгое, оно очень трудозатратное и финансово тоже очень тяжело. Вся информация о том, что случилось с Женей, если вы вдруг не знаете, есть под роликом в описании. Ребята, давайте поможем, нельзя оставаться без денег. Давайте все вместе поможем Евгению. Для всех неравнодушных людей в описании к данному видео есть реквизиты для перечисления денежных средств. Всем заранее благодарен. Всем мир. Ребят, не оставляйте друга, братана нашего, чтобы мы были не вот так, а вот так.